Поддержка в развитии массового спорта компаний, строящих спортобъекты в условиях санкций, импортозамещения оборудования. Председатель правительства республики Борис Джанаев и вице-премьер Лариса Туганова участвовали в расширенном заседании рабочей группы по подготовке к Совету при президенте страны по развитию физической культуры и спорта. Мероприятие в режиме видеоконференции провел помощник президента Игорь Левитин. В Северной Осетии в этом году ввели в эксплуатацию тренировочный центр подготовки по спортивной борьбе во Владикавказе. Завершают строительство спортивного комплекса в Ордоне, закупили и установили оборудование для спорткомплекса в Моздокском районе, а также оборудование для создания физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Южный. Продолжается второй этап реконструкции стадиона «Спартак». Кроме того, в планах построить крытый футбольный манеж и физкультурно-оздоровительного комплекс с бассейном во Владикавказе. А в Беслане реконструировать стадион «Пищевик».